начинается Лига Чемпионов, турнира Кубок Победы. Команда «Алмаз-1» встречается с командой «Лайк». Команда «Алмаз» в белой форме, команда «Лайк» в черной форме. Оль, подскажи, как по звуку. Матч начался. Афанасьев вперед на Минеева. Минеева побороться. Карапетян на Минеева обыгрывает одного, дает пас Гараеву. Гараев обратно возвращает в центр. Через Афанасьева. Афанасьев на Карапетяна. Карапетян дальше на Загайнова. Назову стартовую пятерку. В воротах Брагин. В поле Афанасьев, Карапетян, Загайнов, Гараев, Минеев. От ворот будет разыгрывать команда «Алмаз-1». Брагин на Афанасьев. Афанасьев на Гараева. Карапетян красиво пяткой на Афанасьева. Минеев. Гараев убегает по бровке. Мяч уходит в аут. От ворот будет разыгрывать команда «Алмаз-1». Афанасьев сильно, но не точно. Удар. От ворот. Что-то команда «Алмаз-1» прижалась к своим воротам. Ряд ошибок. Удар. И команда «Алмаз-1» пропускает. Оставила защита игрока команды «Лайк». Один на один с воротами. Карапетян на Афанасьев. Афанасьев сильно и не точно вперед. Карапетян. Афанасьев подстраховал. Будет угловой. Подача, штанга. Загайнов на Минеева. Минеев на Загайнова. Загайнов обыгрывает одного. По бровке убегает. Но защитник успевает вернуться и выбить мяч на аут. Наконец-то команда «Алмаз-1» перешла в нападение. Карапетян на коротке с Загайновым. Карапетян обыгрывает. Загайнов на Афанасьев. Афанасьев на га... Закрутили. Закрутил «Алмаз» команду «Лайк». Быстрым, коротким своими передачами. Гараев на Минеева. Через дом. Карапетян на опережение. Брагин спокойно на Афанасьев. Афанасьев центр на Минеева. Минеев. Нет, не прошла, к сожалению, передача на Гараева. С мячом команда «Лайк». Не напрягай.
Минеев сильно. Вперед на Гараева. Гараев выход. Один на один. Удар. Гол! Вот это классический выход из обороны на контратаку. Команде «Алмаз» замена. Вместо Карапетяна выходит Краснов Максим. Сильно вперед команда «Лайк» и мяч уходит в аут. Гараев оставляет мяч Афанасьева. Афанасьев сильно вперед на Минеева. Минеев с Гараевым. Краснов на Гараева. Гараев. Отличная передача на Минеева. И в последний момент вратарь команды «Лайк» выбивает на угловой. Так, вместо Загайнова на поле появляется Сафин Данияр. Судья показывает, надо перебросить аут. К сожалению, вот здесь родители встали, я не могу полноценно показать. Афанасьев. Оп, игра рукой была, судья не видит. Брагин на опережение на Сафина. Краснов в подкате. И в схватке Минеев на Гараева. Гараев. Гараев поборолся, обыграл двоих. И чуть-чуть не прошла передача. Давай, давай! Контроль, контроль. Подсказывают Краснову. И мяч уходит за пределы поля. Брагин Алан будет водить мяч от ворот. Афанасьев на Гараева. Гараев на Минеева. Сафин побежал. Ой-ой-ой. И да, Краснов. Чуть-чуть жесткости в ноге не хватило Краснову Максиму. Отворот показывает судья. Афанасьев сильно вперед на Сафина. Сафин поборолся. Обыграл одного, второго. Передача. Гараев удар. Перехватывает. Сафин Данияр поборолся с вратарем и вынуждает его ошибаться и выбивать мяч на угловой. Сафин сам будет подавать. Подача. В команде «Алмаз» замена вместо Гараева. Выходит Загайнов. Матч останавливается. Краснову Максиму удар по ноге сзади. Давай, давай, Краснов! Встал!
выйти, выйти. Команде «Алмаз» замена. Карапетян Малик вместо Краснова. Прострел. Вместо Сафина Диньяра выходит Холкин Ранель. Чуть-чуть сумбурно играет команда «Алмаз». Минеев перехватывает, пас на Загайнова. И мяч уходит на угловой. Загайнов будет подавать. Подача. Карапетян должен, да, Карапетян встречает. Загайнов сильно отпускает мячик. Карапетян Афанасьеву. Афанасьев в центр на Минеева. Афанасьев с мячом на Брагина. Брагин обратно на Фаса. И мяч уходит за пределы поля. Команде «Алмаз» замена. На поле выходит Гараев вместо Минеева. Ай-яй-яй, как опасно, Брагин! Брагин! И опять, хорош! И опять оставляют того же игрока. Молодцы, дерби! Счет становится 2-1. Карапетян на Холкина, Холкин потеря. Загайнов на Гараева. И штрафной фиксирует. Вместо Холкина Гаязов. Прошу прощения, если фамилию неправильно называю. Карапетян с мячом. Штрафной в пользу команды «Лайк». Удар. Брагин на месте. Спокойно. 11-2, ты где? 11-2. Молодец. Карапетян перехват на Загайнова. Загайнов.
Я Зидинова меняют, выходит Минеев. Коридор дают. Загайнов. Расстрел. И угловой в пользу команды «Алмаз». И через дом набегай, должны набегай, сыграть. Набегай. И нету продолжения. Никто не открывается в команде «Алмаз». Афанасьев. Хорошо, мэр. Карапетян. Ряд ошибок. Одиннадцатого держим, держим. Мяч вводит команда «Алмаз». Надо забирать подборы. К сожалению, ошибка на ошибке. И это третий гол. И опять левый фланг защиты прозевал двух игроков. И счет становится 3-0. Расклеилась команда «Алмаз» почему-то. Надо давай, собраться давай. Ребятам. Все впереди, второй тайм. Афанасьев. Афанасьев, передача на Гараева. Гараев должен добежать. Сильно вперед. Фолкин. Афанасьев на месте. Холкин с мячом. На Минеева. С мячом Загайнов обыгрывает одного, но потеря. И в центре игрок спокойно пробивает один. Холкину Ранелли спрашивают, как самочувствие. Очень сильно прилетело. Все, мужественно Ранель. Не мешайте друг другу, не мешайте. Ребята, уйдите, пожалуйста. Я на поле хожу. И опять Афанасьев накрывает удар. Афанасьев меняется с Карапетяном. Удар. Брагин на месте. Гараев сильно на Минеева. Егор, вон твой игрок, слева. Гараев на Минеева. Загайнов. Потеря. Загайнов сам же исправляется. Но опять потеря. Минеев побежал на прессинг, да, надо прессинговать уже ребятам.
первый тайм у нас заканчивается, перерыв.